перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ребят, привет всем. Короче, объясняю ситуацию, чтобы не возникало никаких вопросов. Сразу скажу, Версуса никакого не будет. Это слишком дорогой подарок этому пидорасу. И я не хочу на это идти, потому что я хочу очень, на самом деле. Но все мои близкие, все меня отговаривают, все говорят, не связываться с этим дерьмом. И я, как взрослый человек, не хочу связываться с этой грязью, с детским садом и прочей этой хуйней. Человек лживый пидорас. Это факт. Это факт. Сейчас он выходил в прямой эфир, как-то пытался все перевернуть правду опять на свою сторону. Неудачно. Я не хочу дальше с ним вступать ни в какие отношения, не будет никаких больше эфиров, я не скажу о нем больше ни слова. Он этого просто только и ждет, понимаете, ребят? Он такой настолько лживый пидорас, то что он хочет затащить меня в свою лживую пидорасную вот эту хуйню и там меня задавить. Он что-то пиздит про мою проебанную карьеру там и так далее. Я сделал выбор в пользу семьи, в пользу близких людей, в пользу реальных каких-то дел. Мне похуй на рэп-музыку. Я делаю ее для своего удовольствия. Я никогда не питал амбиций быть каким-то суперизвестным, суперохуенным рэпером. Видимо, у человека какая-то, не знаю, зависть, какая-то личная, не знаю, обида. Все, что он... говорил про мои аргументы, про факты, да, то, что он пытался их перевернуть, это все, ребят, полная хуйня. Собственно, это все, то, что я хочу сказать. Вот со мной мои пацаны, они готовы ответить за каждое мое слово. И они были тоже среди тех, которые говорят мне: Димон, не лезь в это дерьмо. Все мои близкие мне пишут, блядь, не лезь в это дерьмо. Я не полезу. Я очень, блядь, я хотел бы, но мне не нужна ни слава, блядь. Мне не нужно это дерьмо, обсуждение, блядь, версусы, эфиры. Внимание к моей персоне нахуй не упало. Я просто, блядь, не хочу этого. Не хочу этих нервяков. Опять я от этого уходил. Теперь я не хочу к этому возвращаться. В общем, на этом я хочу этот вопрос закрыть. И просто, знаете... что есть правда просто. А как... В чем сила, брат? Как мы знаем, да, что сила в правде. Так что я чувствую за собой правду, и это самое главное. Просто хотел, чтобы вы тоже знали эту правду. Ну, в общем-то, и все. Всем спасибо за внимание.